Продолжаем выпуск. На базе отдела внутренних дел Лидского райисполкома прошел учебно-методический сбор с сотрудниками оперативно-дежурной службы Гродненской области. В наш город прибыли 28 представителей Лидского, Новогрудского, Сморгонского, Ашмянского, Островецкого, Карелического, Ивьевского и Дятловского районов области. Мероприятие посвящено соблюдению правил дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием служебного и личного транспорта сотрудников оперативно-дежурных служб органов внутренних дел Гродненской области. Во время учебно-методического сбора проходили практические и учебно-методические занятия по основным направлениям служебной деятельности. Также разбирались основные ошибки водителей при управлении служебным и личным транспортом. В последнее время водительский состав оперативно-дежурных служб обновился значительно. Молодое пополнение пришло и для того, чтобы предупредить какие-то, скажем так, нарушения с их стороны, обучить их экстремальному вождению, навыкам вождения при использовании СГУ, при экстремальных, скажем так, в погодных условиях мероприятий. Прошло слаженно, были доведены определенные требования, поставлены цели, задачи. Также впоследствии приняли знания, проверили знания правил дорожного движения путем приема экзаменов, а также провели некоторые, скажем так, на подтянутость и стройность личного состава мероприятия, то есть по строевой подготовке, а также показали, как действовать при задержании и доставлении правонарушителей. Предыдущий такой сбор мы проводили в городе Гродно на базе управления госавтоинспекции со всей областью в августе месяце. На данный момент увидели, что это необходимо, дает свои положительные результаты, поэтому будем ежеквартально на базе районных отделов проводить данные мероприятия.